привет, дорогие друзья! Мы с вами в осеннем лесу, и в руках я уже держу только что добытого мной рябчика. Давайте поближе вам его покажу. Вот такой вот красавец. Это очень у меня трудовой трофей такой в этот раз получился. Вот он. Такой даже крупненький, матерый получился петушок. Но давайте вместе с вами посмотрим, как это было. И позже вернемся на ликбез, так скажем, для тех, кто, в принципе, только начинает охотиться на рябчика. Я дам такие дельные советы, так скажем, ну, по своему опыту и опыту коллег-охотников, как можно добыть рябчика, попытать свою удачу. Вперед, друзья! Мы с вами в раннем утреннем осеннем лесу. Еще особо так не рассвело, но сейчас 6 утра. Сыро, холодно, сейчас градусов 5, наверное. Ну, считайте, конец сентября. Заморозков пока нету, но так вот чувствуется. Я утеплился хорошо, свитер пододел. Вот, попробуем с вами сейчас выманить рябчика. Поохотиться на него. Я вот в этом лесу не был, наверное, года 3. Раньше тут рябчик был, я на него охотился. Вот, сейчас не знаю, остался он или нет. Я вот так не слышу даже, чтобы он где-то пел, пищал. Птички пищат, а рябчик нет. Но сейчас будний день. Грибы вроде отошли. То есть грибников нету. Они очень, конечно, мешают охоте. Так, тут вот такой противопожарный ров. Но я помню, что... Ага, вот он. Вот такие тут молодые сосенки. Здесь бывает, он сидит. Он любит такие места. Вот. Сейчас пойду. Потихоньку буду манить. Да уже можно, в принципе, начинать. И вот он, этот пожарный гидроразрыв, так называемый, овраг. Вот вдоль него вот так вот я и пойду. Буду манить, если где-то ответит, то уже посмотрим, куда смещаться. Вот, брусника отошла. Нету ее. Черника вроде тоже. Ну, там дальше черничники, я помню. Сейчас пытаюсь тут сориентироваться, я так-то помню примерно все это место. Так что идем туда, сейчас буду манить. Если не найду, там дорога еще лесная идет. Пойду по этой дороге дальше, вглубь леса. Может, он глубже ушел.
Нет, друзья, к сожалению, не отвечает Рябчик, скорее всего, его тут нет. Хотя 3 года назад, вот где-то в этом секторе, тут выводки сидели. Возможно, грибники свою лепту вносят. Тут машины приезжают. Распугали, он ушел, сместился куда-то. Вот, и сейчас, наверное, все-таки я ищу рябинник. Тут рябина есть, но самой рябины нет. Я поищу рябинник. Пойду, сейчас обойду вот так вот. Вот эти тут сосенки молодые. Посадку эту. Вот. Выйду к железке. Ну не к самой, а туда. Вот там тоже такой примерно колок леса есть. Выйду туда. Там должен быть рябинник. Сейчас это его кормовая база, так скажем. Он может где-то держаться ближе к рябиннику. Вот, и пойду. Там тоже такой же вот противопожарный разрыв идет. Пойду вдоль него. О, кстати, грибы-то есть. Да, это подосиновики. Ну вот, можно, кстати, и грибочки пособирать заодно, раз уж такое дело. Идти собирать, потихоньку манить рябчика. Грибы и рябчик — это вещь неотделимая. Ой, еще грибочек. Тут березовик. Маленький, хороший, крепенький. Что ж такое-то? Почему же? Вот вроде тут рябинник. Почему же он молчит-то, наш рябчик? Ночной столб. Ну да, здесь они есть. Мужики молодцы. Занимаются. Потихоньку лесничество восстанавливает. Ну-ка посмотрим. Так, здесь у нас 15-й год, 2015 года обновляли. Вот так вот. Собака. Где-то, ну там деревня. Да уж, а рябчик, вот там, я помню, рябинник был. Сейчас туда дальше пройду еще. Вот это я загнулся, сейчас пойду. И прям идешь вот так вот вдоль этого пожарного рва. И грибы здесь растут. Вот, друзья, вышел я к очередному противопожарному рву. Вот здесь вот за этими кустами железная дорога. Вот, пришел я оттуда. Сейчас я вот так вот загнусь. Там направо должен быть тоже такой разрыв. По нему пройду обратно, выйду на лесную дорогу большую. И вдоль по ней пойду уже сколько дойдется вглубь леса. Рябчик не отвечает здесь. Нет его, скорее всего, тут вообще. Вот, кстати, за этой железной дорогой, вот туда вот чуть дальше, там еще такой лес небольшой. А вот за ним как раз те самые торф-карьеры, где мы с вами охотились на открытие, на утку, мои любимые карьеры. Вот. Ух ты, по-моему, ответ был. О, ну-ка.
Да, точно, вот оттуда. Ух ты как, сейчас все, иду туда. Сейчас, друзья, крепчик. С той стороны откуда-то отвечает. Далековато пока. Я еще, наверное, неудачно сел. Слишком открыто. Вот, сейчас. Хотя... Сейчас, наверное, смещусь. Поезд едет.
пока рябчик молчит, я собираю чернику, которая еще осталась. Местами есть, конечно. Вот. Это неотъемлемая часть охоты на рябчика. Вот, друзья, то, что я вам говорил, вышел я на такую большую лесную дорогу. Вот. Тут протяженность. Ну, будь здоров, она до железки идет, упирается в железную дорогу. Протяженность ее, ну, дай бог, наверное, километров 30, если не больше. Вот. Я вот пока шел через лес, манил рябчика, но он не отвечает. Не знаю, куда он отсюда делся. Вот тот рябчик, он, видать, его сойки согнали. Он замолчал, потом, видимо, перелетел куда-то. Я его уже больше всего не слышал. Ни на самца манок, ни на самку он не отвечал, к сожалению. Ну, сейчас я дальше буду идти по этой дороге. Попробую манить тоже. Грибов вот уже пол пакетика набрал. Дальше так сейчас пройду по ней, потом будет тоже разрыв какой-нибудь. И прямо, или прямо через лес пройду, опять вернусь к железке и вдоль нее обратно пойду. Вот, ну не повезет, так не повезет, а повезет и хорошо. Зато грибов к супу набрал. Друзья, уже совсем рассвело, время 9:30. Я вышел на такую вот заброшенную лесную дорогу. В принципе, это я уже далеко углубился в лес от той вот большой лесной дороги, проезжей части, так скажем. Уже надежда как бы тает. Время уже такое не особо рябчиковое, но все равно я как бы никогда не унываю. Вот. Я воздухом дышу сейчас просто обалдеть. Наслаждаюсь просто прогулкой, иду медленно так. Грибочки иногда собираю, пол пакетика набрал, и хорошо. Сейчас дойду, вот. Вообще этот лес я уже не знаю, он мне в принципе уже не знаком. Ну, ориентиры есть, и слава богу, тут все дорожки, эти лесные дороги, параллельно идут. Я тут столб этот заметил, квартальный, вот, так что все нормально, тут я не пропаду. Иду по лесу, смотрите, рябина как, обалдеть, в петлю, в такую, в узел практически завязалась. Ну, видать, да, прям локоть какой-то. Необычно очень. Видать, где-то ветка должна была полезть, а там подморозило ее. И как-то она вот так заплелась, или где-то перелом был. Необычно прям. Выспустил я одного рябчика, друзья. Вот там, в стороне далеко-то отвечает. Я уже очень углубился в лес. Железки практически не слышно. Там он отвечает далеко. Не знаю, смысл подходить к нему, наверное, нету. Пусть сам летит, ищет. Это, в конце концов, его территория.
может и подойти, кстати. Thank you.
Thank you.
Ну это ж просто нечто. Это сколько ж я его... Их, точнее. Вот они устроили мне это просто нечто. Да уж. Вот так это трудовой рябчик. Вот оно еще. Сейчас. Это поистине, ребят, трудовой рябчик. Сейчас он пойдет. Фух. А рюкзак-то я вообще оставил. Ёлки-палки, я теперь его бог знает, найду или нет еще. Обалдеть. Ну все, есть. О, сейчас буду рассказывать. В общем, вот такой вот он у нас получился. Красивый. Хороший такой. Это такой уже, знаете, матерый петушок довольно-таки. Потому что, в общем, нервов он мне, ребят, натрепал, будь здоров. Прямо-таки скажем. Фуф. Так, сейчас я пойду, потому что у меня рюкзак-то с грибами вот там остался. Я не знаю. В общем, ребят, тут их было, наверное, 3 или 4 этих рябчика. И главное, вот там еще, я смотрю, машины стоят, грибники, что ли. Да, наверное. Вот. Было, наверное... штуки 3 или 4 с разных сторон и самка. И вот первый раз, когда я вот там еще сидел, где рюкзак, как раз прилетела самка. И я был, конечно, да, я ее видел, я даже ее выцелил, но бить я ее не стал. Я потом уже определил, так, ну точно, самка, и она потом уже, когда ответила своим писком самочьим, вот я понял, что все, мы самок не берем. А потом они начали и на нее тоже реагировать со всех сторон. Оттуда, отсюда, вот с той стороны. Просто пересвистывались где-то час, наверное. А этот, он залетел вообще интересно. Он полетел. Да, я вот тут стоял. Значит, он сперва вот такой вот круг сделал. Здесь где-то со мной пересвистывался. Облетел, видать, туда, сзади. Сзади меня. Я услышал его, я даже повернулся, но не видел. Потом он развернулся и вот там на высоте прошел. И, в принципе, он сел. Ну да, вот сюда, вот на эту елку. Получается, что так. Вот так, друзья. Получается, что все-таки, вот такой красавец. Рябчик наш трофей с вами. Так, я сейчас еще раз посмотрю. Ну да. Да, значит, вот на этой елке он и сидел, маленькой. Фуф, выследил, получается, я его, значит, все отлично. Сейчас надо будет найти рюкзак с грибами. Но это я найду, примерно помню, где он. Все, и, наверное, обратно, потому что сейчас у нас время уже... Нифига себе, время-то без 5:11. Вот вам и утрянка, да? С 6 утра я брожу по лесу. Это уже сколько? 5 часов получается. По лесу брожу. И вот только сейчас он подлетел. Ну, в принципе, просто да. Это просто удача, ребят. Потому что в такое время они уже не особо реагируют. Причем... Главное, я так и не понял, то ли он на самку среагировал, на манок, то ли на самца, а может и на то, и на то. Я уже начал и самкой, и самцом. Вот. Небо вообще ясное-ясное, красота прям. Обалдеть, сегодня погода, и вот безветренная, это именно рябчиковая погода. Ну все, друзья, пойду я найду сейчас грибы, рюкзачок свой. И надо выбираться отсюда будет на ту дорогу. И дальше пехом километров, наверное, 6 я сегодня протопал. Вот так вот. Это трудовой поистине рябчик у нас с вами получился. Вот такая охота интересная была. Вот. Ну все, сейчас потихоньку выбираемся. И дальше я вам расскажу более подробнее, когда уже выйду на полянку там. Свою любимую. Расскажу более подробнее про сегодняшний день, про охоту эту. Так, где же этот у меня? Да, друзья, благодаря
синему пакетику я свой скарб нашел. Фу, слушайте, ну ноги вообще затекли. Я сперва сидел около дерева, около сосны, потом перешел. Изначально-то я вот здесь сидел, вот здесь-то он мне и откликался, а самка, сейчас я вам покажу, да, вот эта береза, самка, вот она, вот прям вот так вот села, вот на эти ветки. Сидела тут, поворковала, потом чуть-чуть вот туда вот дальше прилетела, вот эта машина потом приехала, я, кстати, ее здесь не было, она недавно приехала. Видать, подшумела эта машина. Вот, рябчик мне отвечал прям буквально вот здесь где-то один, второй вот там слева и третий еще дальше вот там вот. А самка, она потом туда перелетела, вот я ее начал выцеливать. Потом я, как бы да, она, я этот услышал, что это самочий голос. И все, я с ней уже перестал дальше связываться. Ну и потихоньку я потом начал просто вот идти туда, на этого рябчика. Он взлетел, кстати, у меня. Вот, он у меня так вот взлетел. Ну, я его подшумел, он взлетел и прям в недоступное куда-то место. Вот туда вот левее сместился. Я пошел дальше. И еще, прям вот один еще прям мне, напротив меня вот ответил. И видать, он вот такой вот, да, круг сделал, облетел. И уже, наверное, выстрел, в принципе. Конечно, да, там ветки вот эти я боялся, что мешает. Ну вот потому и контейнер. Ну, об этом давайте сейчас вернусь, я вам подробнее расскажу. Все, вещи нашел, рябчика добыл, и можно восвояси. Выбрался я на эту же лесную дорогу, где-то я слышал, машины проезжают. Ну, люди проснулись. О, кстати, кусок обгоревшей шины какой-то, как ориентир, в принципе. Вот. Так, я оттуда пришел, значит, собственно, туда обратно и идем. Сейчас топать будь здоров, но тут хорошо, она прямо такая автомобильная, нормальная дорога. Вот она тут раздваивается. Даже это вот перекресток получается. Вот. Ну так раньше ездили и на повозках ездили здесь. Вот. Ну это практически, я вам говорил, когда охотился на утку. Вот, это практически граница с Талдомским районом. Здесь места вообще, конечно, потрясающие. Ну что ж, друзья, вот мы с вами посмотрели фильм. Вот такая вот получилась охота. Для меня она очень интересная. Надеюсь, и для вас тоже. Теперь немножечко вам рассказать хотел бы теории. Значит, по охоте на рябчика. Вот сейчас конец сентября. Выдался просто прекрасный день. Безоблачное небо, ясное. Ветра практически нет. Вообще вот штиль. Такой легкий-легкий. Это вот абсолютно рябчиковая погода. То есть вообще в охоте на рябчика нужно учитывать 4 фактора основных. Это погода, сезон, кормовая база и, собственно, как и чем манить. Давайте по каждому из этих моментов подробнее сейчас пройдемся. По погоде очень хорошо, если вот действительно это ясная погода. Вот, это безветренная ясная погода. Ну или такой легкий небольшой ветерок. Вот это вот шансы очень увеличиваются. Когда идет дождик, когда пасмурно или очень сильный ветер, рябчик молчит. Вероятнее всего, что добыть его вам будет сложно в такую погоду. Да, еще время. Значит, туда же. Это тоже один из немаловажных факторов. Вот сейчас, в принципе, он реагирует по утрянке хорошо, но это где-то вот как только рассветет, вот вы уже силуэты деревьев видите, 6 утра, 6:30 где-то, если прям знаете, где есть точно железобетонный рябчик, идите сразу туда и начинайте манить,
они будут слетаться. То есть не они, а вот если одного даже выметите, вот он будет очень активен. И вечером, после где-то 4, в районе с 4 вечера начиная, они тоже собираются по своим участкам, они делят территории. Если вы вмешаетесь на этот их квадрат, так скажем, то манком вы сможете его как бы наманить. Да? Ему будет интересно, что там за посторонний какой-то рябчик на его месте оказался. И будет он с вами пытаться как-то бороться. Ну, в смысле, есть вероятность, что он к вам подлетит на выстрел. Теперь по сезонности. Вот когда открытие у нас с вами, это август месяц. Ну, не знаю, как вот у нас в Московской области, да, это там третья суббота августа. Неделя, грубо говоря, неделя после открытия на водоплавающую. Вот в это время они сидят в основном выводками, еще тепло довольно-таки, они сидят выводками. Выманить рябчика довольно сложно, так как у них еще нету тяги вот к делению территории, они ее не делят. И если вы попали вот в такой выводок, они будут с вами пересвистываться, они будут там общаться, но вероятность того, что они подлетят, очень низка. Вот. Даже ребята, вот мне говорили, мои коллеги-охотники говорили, что сами прям с подхода практически пытались подойти. Они даже видели, что они очень высоко там в соснах где-то сидят, но недосягаемы вот, для выстрела. Поэтому самая такая охота на рябчика, это вот начиная с осени, ну где-то начиная с середины сентября. Но это все так же, вот машины тут по дороге ездят, по лесной, как в городе, в общем. Тут такая полянка, тут уже 3 машины стоят. В общем, грибники, вот о чем я хочу сказать. Вместе с охотой на рябчика открывается сезон грибов. Это и опята, это и белые подберезовики и так далее, и лисички. То есть вот в этот момент грибники тоже собираются в лесу. Поэтому очень часто бывает, особенно те, кто уже с опытом охоты, они меня поймут. Когда ты практически его вот наманил, ты уже даже, может быть, где-то слышишь его крылья, а крылья вы это точно услышите, это ни с чем не спутать. Это практически вертолет, они так прямо взлетают. Как, знаете, как пуля закрученная летит, вот так вот. Так вот, какой-нибудь там грибник или там пара идет, это ж аки-лоси щемится через лес, щепки ломаются, естественно, рябчик замолкает, он улетает в безопасное расстояние, и все, вы его уже не добыли. К сожалению, это так. Поэтому я вот стараюсь всегда выбираться в будний день какой-то. В выходные в лесу, как бы, ну, именно в охоте на рябчика делать нечего. Вообще, да, рябчик и грибы, я уже говорил, это вещи неделимые. Ну, и грибники тоже. Ничего не поделать с этим. Дальше по сезону. Да, вот такая охота, это уже середина сентября, ближе к концу сентября. Они уже начинают делить территории. И здесь уже больше шансов, что вы добудете рябчика. Да, далее вот уже начиная там октябрь, середина октября, и уже охота становится у них, мы переходим плавно ко второму, кстати, моменту, это кормовая база, она начинает скуднеть, вот сейчас мы подробнее об этом поговорим, чем он вообще любит питаться, и рябчик начинает искать места, вот где еще остается рябина, скапливается в этих старается местах, это он уходит глубже, может быть, в лес, или наоборот бывает. Поэтому эта охота уже такая более сложная считается, но она тема интересней. И вплоть до даже вот уже ноября, когда уже даже бывает снег лежит, по рябчику тоже можно охотиться. Они тогда уже парами практически все. Вот пары разбивать, ну, наверное, ни к чему, поэтому приходится искать одиночного какого-то бесхозного рябчика. Вот и с ним уже пытаться работать манком. Самый такой вот, я бы так сказал, когда есть, можно добиться результата, это вот с середины сентября, начиная до середины октября. Позже охота становится более сложной, так как меняется и, ну, кормовая база, да. Значит, вот сейчас они в принципе вообще рябчик, это вот черничники, ищите где-то черничники. Это если брать вот с августа, да, август, сентябрь, они очень любят. Далее это рябина. Если где-то есть рябинники, это очень хорошо. Вот рябчик питается тоже рябиной. И вплоть как раз до наступления заморозков они будут питаться рябиной. Так что в этих местах, вот, вероятно всего, где-то рябчик будет находиться.
Еще желательно, чтобы все-таки где-то был, может быть, какой-то ручеек, какая-то лесная речка. Это не обязательно, что она прямо рядом, но где-то они должны пить. Вот, поэтому, ну, в принципе, осенью воды везде много, лес влажный, есть лужи какие-то. То есть там они, в принципе, вероятно всего, кто-то сюда еще пытается. Тут уже машины ставить некуда, они пытаются. Ну, грибники все уже, сейчас уже время ближе к обеду, они все равно едут. Будний день, они все равно. Ну, да бог с ним. Погода хорошая, вот они решили этот самый по грибам пройтись. Да, как манить? Я вот, в принципе, вы слышали, я манил и самцом, и самочкой, потому что уже время такое было, ближе к 11, к обеду, когда рябчик начинает, ну, он начинает засыпать. Они, все, они малоактивны, но там просто так получилось, что этот квадрат, он как бы был насыщен рябчиком, и там что-то да получилось бы, вот, хотя до последнего, вот я уже шел туда, я вот манил, не отвечали, ну, просто так повезло. И там я уже просто без разбора. И самка, она как бы, когда вот вы маните самцом, да, вот он, вы его услышали, всегда лучше работать, да, если так можно выразиться, с одним рябчиком. Если вы где-то слышите их несколько, они начинают между собой переговариваться, все, к вам они не подлетят. Это нужно наиболее, который ближе к вам, вот к нему подойти и уже как бы манить его. Вот, лучше с одиночным, больше шансов намного. Когда вот их много было, как вот сейчас у меня, шансов мало. Но там была самка, они как бы, самка это для них вообще активатор, поэтому я поманил как бы самочкой, да, и сразу же получается, они активировались. Потом дальше можно переходить к ближайшему, вот как вот с этим профессором у меня получилось, к ближайшему уже на работу с манком на самца. Вот, манки у меня, я уже говорил в прошлом фильме, манки-чемпион от Алексея. Посмотрите на его канале, у него, по-моему, чемпион фишинг. Ну, в общем, я ссылку оставлю, кому интересно будет. Ссылку в описании я оставлю на эти манки. Он парень такой, что не только их делает, да, вот, но еще и показывает, как с ними работать, как охотиться. Так что вот, кому интересно будет, зайдите. Манки отличные, и стоят они копейки. Значит, охочусь я, как всегда, со своим Марусом на 612 турецким ружьем пятизарядник, хотя, если бы у меня была бы двустволка, я бы с удовольствием ходил бы с двустволкой, потому что, как правило, это один выстрел. Вот один рябчик, один выстрел. Да, и, ребят, по этике не забывайте, вот у меня гильза как раз осталась, не забывайте их за собой собирать. Отстреляли, добыли или там, неважно, не добыли, порохом еще пахнет, вот свежая. Забирайте с собой, все-таки гильза пластик, она очень долго разлагается. Вот. В лесу лучше, как говорится, мы в гостях здесь, поэтому лучше не мусорить. Относительно боеприпаса, это дробь семерка. Контейнерная, опять же от СКМ. Но СКМ индустрия, это традиционно у меня ружье их очень любит, поэтому это заводские патроны. Почему семерка, ребят, больше не берите, потому что рябчик бывает подлетает и близко. Семерки вот так вот за глаза хватает. В принципе, контейнер я беру, но можно и бесконтейнерную дробь. Бывает, что он вообще прямо где-то вот прям рядом на соседнем дереве сидит, и тогда вы просто его разобьете. Трофей будет испорчен. Но у меня же так получается, что они в принципе садятся не близко, не так скажем, что близко, и вполне как раз контейнерная достает дробь. Но если даже вот он бывает к вам подошел, надеюсь, еще как-нибудь удастся снять, как это происходит, он бывает прям по земле к вам может подойти, и вот у меня один охотник рассказывал, да, говорит, вот метров 8 они подходят. Тут лучше его отпустить, пусть он улетит себе, где-то перелетит и сядет уже на такую дистанцию, чтобы не разбить. Давайте покажу. 32 грамма отгрузка, семерка, СКМ. Собственно, вот, друзья, наверное, пожалуй, все, что я хотел бы рассказать вам про эту охоту сейчас, вот в конце сентября.
тепло сейчас, вот я не знаю, градусов 18, наверное, выдался. Это такое, знаете, как уже, наверное, конец такой, последние деньки бабьего лета, которого, в принципе, у нас особо вот в Московской области и не было, если так можно сказать. Очень рваная погода. Вот, с уткой у меня пока не очень получается. Будет еще возможность, я обязательно съезжу, попробую уже с чучелами. У меня новые чучела пришли, я о них вам подробно расскажу, но это позже. Вот, всем вам, друзья, традиционно желаю ни пуха, ни пера. Большущей вам всем удачи, и не только на охоте, вообще в жизни. Ну и всем пока, до новых встреч.